Глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, позвольте начать с того, что я счастлив оказаться в великом городе, очарование которым уже много лет поддерживает ресурсы души. Возвращаемся на трассу синдромов, которая проложена коллегами. Позвольте приложить вашему вниманию синдром изнурения, хорошо известный клиницистам. Синдром изнурения, он же фатиг, англоязычных авторов. Общепринятое определение. Фатиг – необычное, постоянное субъективное ощущение усталости, обусловленное онкопатологией или специфическим лечением. Оно мешает повседневным занятиям. Больные раком неизменно называют усталость, изнурение основным препятствием для поддержания обыденной деятельности. Самочувствие ухудшается сильнее, чем болью, тошнотой и рвотой. Нарушается реализация лечебных программ. Оценивая распространенность синдрома в онкологическом контингенте, получали широкий диапазон выявляемых показателей от 40 до 100% больных в зависимости от выборки и методологии. В развитии данного аспекта упомянем терминологические трудности, изнурение и усталость не раскрывают глубину феномена. Сопоставив перечень жалоб с позициями МКБ-10, мы выбрали рабочее название астеногиподинамический синдром, АГС. Страдая от синдрома, далеко не все пациенты сообщают об усталости, изнурении. АГС плохо диагностируют, а больные с выявленными расстройствами не получают адекватную помощь. Ситуацию можно изменить, поощряя к обстоятельному рассказу больных и лиц, занятых уходом. Исследование АГС воплощает концептуальный подход. Начинали с трактовки фатиг как признака, как психического явления. Далее синдром сочли за признак болезни и выделили нозологическую единицу, подтверждаемую классификацией МКБ-10 R53.0 «Усталость онкогенного происхождения». Это некая отсылка к усталости от химиотерапии из руководства 1987 года. Не было ни фатиг, ни МКБ-10, а усталость от химиотерапии, представьте, была проницательностью Марка Давидовича Пайкина из НИИ онкологии имени Петрова. Концепция АГС выглядит многофакторной, с элементами как субъективной, так и объективной природы. Не вызывает сомнений биопсихосоциальная сущность, равно преобладание психогенных компонентов в этом триединстве, выделяющие АГС онкогенной природы, «exungue leonem» – «льва по когтю» – известная латинская формулировка. Обращаясь к этиологии, постулирует сосуществование множества ингредиентов, способных к аддитивным и потенцирующим взаимодействиям. Этиология синдрома связана с нарушением регуляции ряда систем – физиологических, биохимических и психологических. Ключевые параметры – прямое влияние опухоли, побочные эффекты специфического лечения и других программ фармакотерапии, коморбидное расстройство, психосоциальные аспекты. Влияние каждого из этих параметров на АГС различается не только у разных людей, но и на разных стадиях заболевания, а также в зависимости от типа лечения. К патогенезу синдрома относят нарушение управляющей функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, синхронизации циркадных ритмов, а также содержание АТФ и серотонина, относят истощение скелетной мускулатуры. Деятельность иммунной системы при инфекциях, ранах приводит к высвобождению иммунных факторов, включая растворимые рецепторы, антагонисты рецепторов, продукты клеточной активации, а также цитокины, имеющие пептидную структуру. Они обладают специфическими рецепторами, которые признаны решающим звеном в межклеточном опосредовании. При раке иммунная система функционирует как сенсорный орган, связанный с мозгом за счет секреции цитокинов в дендритных, эндотелиальных клетках, макрофагах, особенно переваскулярных, адипоцитах, клетках кишечника. Высвобождаясь, эти вещества управляют локальными и общими иммунными реакциями, влияют на работу нервной эндокринной системы, влияют на поведение. Именно синтез цитокинов принято считать подоплекой для явлений астеногиподинамического синдрома. Воспалительные маркеры. Интерлейкин-6, фактор некроза опухоли альфа,
C-реактивный белок, а также неоптерин коррелируют с выраженностью АГС у онкобольных до лечения во время и после него. В свою очередь, влияние воспалительных процессов опосредовано изменениями дофаминергической передачи. Синдром представляется многомерным и весьма субъективным. Физиологический компонент лучше всего описывается термином «невыносливость». Человек лишен способности пополнять энергию и, как следствие, не может ее расходовать. Ощущает слабость, еще не поработав мышцами, или завершение работы требует больших усилий. Физиологические симптомы и признаки включают анемию, мышечную атрофию с низкой аэробной способностью. Сильнее всего с АГС коррелирует боль и одышка. Эндокринные расстройства сфокусированы главным образом вокруг гипоталама гипофизарной надпочечниковой оси. Эффекты могут возникать в результате изменения синтеза глюкокортикоидов, гипотиреоидизма, сбоя циркадных ритмов. На уровне психики. Лучше гения не скажешь. Нашу тему предвосхитил великий поэт, гордость России и Санкт-Петербурга Александр Блок. Его слова: «Какая-то глубокая усталость. Я еле волочу ноги. Бывают дни полные апатии, сонные, так что работать невозможно». Больные говорят о слабости, изнурении, тяжести, снижении физической работоспособности, мотивации, включая нежелание, отсутствие инициативы, пресыщение, ожидание негативных результатов, необходимости работать менее активно, нарушен сон. Беспокоит уныние, раздражительность, разочарование, физическая, эмоциональная усталость, когда затруднена ясность мышления, ухудшается внимание. Другие когнитивные симптомы. Нарушается способность сосредоточиваться и усваивать информацию. Нарушена память, прежде всего краткосрочная. Амнестическая симптоматика АГС может быть первичной и тогда связана с проблемами в височных долях. Или ее индуцируют дисрегуляторные расстройства в рамках эмоциональных компонентов, когда депрессия ухудшает внимание и, как следствие, ухудшает память. Наконец, амнезия обусловливает сосудистые нарушения. Здесь их подоплека дополнена ятрогенией, нейро- и вазотропные побочные эффекты химиопрепаратов, хорошо представил Никита Александрович. Эмоциональные расстройства представлены тревожностью, депрессией. Социальные симптомы. Помимо упомянутого снижения работоспособности, налицо нежелание поддерживать значимые контакты с близкими людьми, участвовать в программах досуга отдыха во время и после лечения. Часто говорят: «Не знаю, что с собой делать». Общеизвестна концепция порочного круга, когда процессы реакции замыкаются в самоусиливающийся цикл. Применительно к нашему случаю многие авторы описали согласованный паттерн поведенческих изменений – sickness behavior. Общепринятого перевода, насколько нам известно, нет. Если перевести как «поведение при болезни», это сразу отсылка к ситуации с фатиг. Снижение работоспособности, когнитивных функций, интереса к окружающему, повседневной деятельности, стремление избежать усилий социальных контактов, падает потребление пищи, некоторые упоминают лихорадку. Как видите, старательно перечислены упоминавшиеся признаки АГС. Столь же скрупулезно исследователи доказали роль цитокинов, интерлейкина 1 и 6, фактора некроза опухоли, как движущей силы этого кластера. Поведение при болезни концептуализирует как координированную мотивационно-адаптационную реакцию на болезнь для сокращения расхода энергии. Влияние синдрома на качество жизни пациента глубокое и всеобъемлющее. Нарушаются способности работать, чувство физического и эмоционального благополучия, умение радоваться жизни, поддерживать значимые отношения. Расстройство подрывает надежду пациента на борьбу с болезнью. Наконец, страдает приверженность лечению, когда пациент не соблюдает режим терапии, тем самым ограничивая используемые программы специфического лечения как закономерный результат, ухудшая показатели выживаемости. Синдром часто рассматривается клиническим персоналом, лицами, осуществляющими уход и самими пациентами, как неизбежное следствие онкозаболевания и специфического лечения. Позиция достойна сожаления. Предложены стандарты помощи при фатиг-синдроме. Расстройства выявляют, оценивают и лечат, опираясь на эти рекомендации. Первый этап. Распознают и устраняют факторы, способствующие развитию синдрома. Боль, эмоциональное страдание, анемию. На втором этапе купируют остаточную симптоматику. Признаки АГС воспринимает больной, и самое точное описание получаем из его рассказа. Тяжесть синдрома оценивают по шкале от 0 до 10.
При необходимости выявляет индивидуальные характеристики соматических, эмоциональных, когнитивных компонентов, другие источники необходимой информации. Данные анамнеза, соматического осмотра, лабораторных тестов и рассказ близких о поведении пациента. Уточняет вклад способствующих факторов, боль, эмоциональное расстройство, нарушение сна, анемия питания, а также коморбидные патологии, дисфункции сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, эндокринной, выделительной системы, дисфункции печени. Выявив, устранив поддающиеся лечению, решили задачи первого этапа, тем самым уменьшили показатели выраженности синдрома, создаваемые им препятствия для повседневной жизни, отягощенность организма симптомокомплексом, уменьшили эмоциональное расстройство. Физическая активность, лучше специальные упражнения, благотворно влияют на онкобольных с АГС во время и после специфического лечения. Упражнения безопасны, их хорошо переносят больные после успешного лечения различных форм онкопатологии. Для фармакотерапии АГС используют препараты различных классов. Рандомизированные клинические испытания доказали благоприятный эффект кровотворных средств, кортикостероидов, а также L-карнитина, который способствует энергопродукции в клетках млекопитающих. Повышение его уровня в плазме значительно снижало показатели интенсивности синдрома. Что касается антидепрессантов, опять предпочтительные обладающие дофаминергическим эффектом, прежде всего, Залофт, сертралин. Психиатры называли его препаратом выбора у больных в общей практике, где когнитивные нарушения сопровождают депрессию с высокой частотой. Собственный опыт фармакотерапии не вписался в рамки презентации. Желающие ознакомятся с ним в книге. Психосоциальная помощь реализует программы поддержки индивидуально и в группах. Купирование стресса, тренинга стратегий психологической адаптации, процедур поведенческой психотерапии. Смысл жизни. Восприятие того, что предыдущая и нынешняя жизнь человека полезна, и что он находит удовлетворение в повседневной деятельности, смысл жизни – важный аспект ее качества. Больным рекомендуют искать смысл в сложившейся ситуации с акцентом на значимое взаимодействие и сохранение своего достоинства. Восприятие того, что предыдущая и нынешняя жизнь человека полезна, и что он находит удовлетворение в повседневной деятельности, считается важным аспектом. Терапия достоинства автора Чочинова тоже представлена в книге. Неотъемлемый компонент помощи при АГС – обучение и консультация больных и членов семей, подчеркивая, что изнурение и усталость часто сопутствуют специфическому лечению, а вовсе не означают прогрессирование болезни. Фатиг-синдром остается серьезной клинической проблемой, но после структурированной и комплексной проработки эффективная помощь значительно улучшит качество жизни пациентов. Спасибо за внимание.